Всем привет! Продолжаем разбирать советы Скотта Майерса по эффективному использованию языка C++. И сегодняшний наш совет гласит так. Считайте, что перемещающие операции отсутствуют, дороги или не используются. И что же это значит? Вот. В C++ 11 у нас появилась семантика перемещения. Об этом у меня есть видео в разделе «Язык программирования C++», то есть изучение языка программирования C++, 23-е видео или 23-я лекция. Вот, можете просмотреть. И вот, в чем же суть вот этого вот совета? Не в том, что не используйте перемещение, а считайте так. Почему так считать? Зачастую переоценивают вот эту возможность перемещения. Вот, то есть говорят, что перемещение настолько дешевое, что лучше использовать его. Семантика перемещения действительно является очень важной возможностью. То есть она не только позволяет компиляторам заменять дорогостоящие операции копирование относительно дешевым перемещениями, то есть дешевыми операциями перемещения, но и требует от кода определенных условий. Вот, то есть можно взять, к примеру, старый код какого-то проекта, еще написанного с использованием C++ 98, и пересобрать с помощью уже нового компилятора, ну как нового, не сильно нового, но C++ 11, то есть обновить стандартную библиотеку и пересобрать это все. И программа должна заработать быстрее. Вот. То есть вся стандартная библиотека C++ 98 была переработана с целью добавления операций перемещения для типов, в которых это перемещение можно было реализовать быстрее, чем копирование. Но для ваших собственных типов, которые были созданы и написаны без вот этих вот изменений, то есть в которые не были внесены изменения для C++ 11, а в частности это операции перемещения, вот, то вряд ли вы добьетесь какого-то ускорения, так как ваши типы не поддерживают эти операции перемещения. То есть компилятор готов генерировать перемещающие операции для классов, в которых они отсутствуют. Вот. Но это происходит только для классов, в которых не объявлены копирующие операции, перемещающие операции или деструкторы. Вот. То есть если нет этих операций, то компилятор сгенерит перемещающие операции. Вот. Ну, можно сейчас рассмотреть такой небольшой пример. То есть у нас есть некий наш собственный тип struct, и создадим вектор. Вектор data и v1. Вот. И создадим такой же вектор v2. И этот v2 будет работать конструктор перемещения. То есть используем функцию move и переместим туда вектор v1. В данном случае вектор — это стандартный контейнер. Соответственно, для него с появлением C++ 11, как я уже говорил, да, для стандартных контейнеров классов были, то есть библиотека была переработана. И там есть операция перемещения, конструктор перемещения. Вот. И, конечно же, здесь выполнение этого кода будет гораздо быстрее. То есть здесь мы получим преимущество, если этот вектор будет содержать там 1000 элементов или 2000 элементов. Соответственно, вот здесь просто будет перемещение. Вектор это перемещение поддерживает, потому что у вектора есть указатели. То есть перемещение вектора, в данном случае операция
если брать время выполнения, то оно константное, не зависит от того, сколько элементов у нас в исходном векторе. Просто будут заменены указатели, и вот по факту v1 обнулится, а v2 примет в себя внутрь все эти указатели. Вот. Но есть у нас еще такой контейнер, как array а1, и давайте такой же а2, и все то же самое сделаем, move а1. Вот, в данном случае для array операции перемещений нету, так как array не содержит никаких указателей. Соответственно, в данном случае код этот соберется, все будет хорошо, но здесь перемещение будет выполняться за линейное время. Че он тут у меня ругается? А, ну да, нам же надо сказать, сколько элементов. Это у нас массив. Так, а здесь то же самое, да, здесь то же самое. Ну, можно сделать вот таким вот образом. Авто. Вот, в данном случае копирование, ну, как бы перемещение будет происходить за линейное время, так как у array нет указателей, которые можно просто поменять. А вот, и в этом случае у нас будет почленное копирование. Ну и давайте сразу вектор v1 проинициализируем элементами, там по умолчанию, с конструктором по умолчанию, пусть в количестве 100 штук. И вот здесь то же самое. И давайте посмотрим. В данном случае v1 содержит 100 элементов, v2 ничего. После перемещения v1 0 элементов, v2 100 элементов. В этом же случае у нас и a1 содержит 100, и a2 содержит 100, так как реально здесь перемещение сделать невозможно. Вот, поэтому как бы это тоже стандартный контейнер, но перемещения здесь нет. То есть не для всех контейнеров есть реальная операция перемещения. Так как для одних контейнеров это связано с тем, что нет действительно никакого дешевого способа переместить их содержимое. Вот. А для других связано с тем, что действительно дешевые перемещающие операции предлагаются контейнерами с оговорками, которым не удовлетворяют конкретные элементы контейнеров. Поэтому всегда, если мы хотим что-то переместить, нам нужно изучить. Если мы еще и храним это в стандартных контейнерах, нужно изучить контейнер, из чего он состоит, как он работает. И, соответственно, продумать, какие типы мы там будем хранить в контейнерах. И, соответственно, при продумывании наших типов мы должны определиться, даже не то, что определиться, а закодировать операции перемещения так, чтобы это было действительно перемещение, а не копирование. Ну, можно рассмотреть еще, к примеру, строку. Вот. Строка, контейнер string, также обеспечивает операцию перемещения. Опять-таки, убедиться мы можем в этом легко. S1 содержит строку, после перемещения S1 пустая. Но S2, точнее не но, а просто S2, как бы содержит то, что было в S1. То есть операция перемещения сработала. Но Скотт Майерс пишет, что многие строки используют оптимизацию малых строк, Small String Optimization, то есть SSO. Вот. И не для всех строк вот это вот перемещение является быстрым. То есть при использовании вот этой SSO малые строки, например, размером не больше 15 символов, хранятся в буфере, в самом объекте std string. То есть как бы выделение динамической памяти не используется. Соответственно, нету простого способа подменить указатели. То есть в данном случае, как бы здесь, вот в моем примере, оптимизации малых строк не используется. Соответственно, вот эта строка, это есть указатель на динамическую область памяти, и при перемещении мы, происходит подмена указателей. Обмен указателями. Вот. Соответственно, перемещение малых строк при использовании реализации на основе SSO не быстрее копирования. Вот.
поскольку нам почленно нужно скопировать каждый символ. Поэтому можно как бы немного уже подытожить. Вот, то есть нужно, как говорится, спускаться с небес и быть очень внимательным к семантике перемещений. Вот. То есть даже для типов, поддерживающих быстрые операции перемещения, некоторые кажущие очевидными ситуации могут завершиться созданием копий. Вот. Поэтому имеется ряд сценариев, в которых семантика перемещения C++ 11 непригодна, а именно отсутствие перемещающих операций. То есть объект, из которого выполняется перемещение, не предоставляет перемещающих операций. Вот. И запрос на перемещение таким образом превращается в запрос на копирование. Далее, то есть перемещение не быстрее. То есть объект, из которого выполняется перемещение, имеет перемещающие операции, которые не быстрее копирующих. Вот. Вот, но не все так грустно, как казалось бы. Зачастую вам известно, какие типы использует ваш код, и вы можете положиться на неизменность их характеристик. Вот, то есть на поддержку, к примеру, имени дорогих перемещающих операций. В этом случае вы просто изучаете детали поддержки операций перемещения, используемых вашими типами. То есть изучаете, тестируете, доводите до того, что ваши типы действительно обеспечивают быстрое перемещение взамен дорогого копирования. И тогда компилятор C++ 11 вам в этом поможет. Он уже будет создавать тот код, который гораздо быстрее, чем был бы код, аналогичный код, но с использованием C++ 98. Ну и что следует запомнить? Считайте, что перемещающие операции отсутствуют, дороги или не используются. И в коде с известными типами или поддержкой семантики перемещения нет необходимости в таких предположениях. Вот, поэтому нужно всегда изучать, нужно быть аккуратным в этом вопросе, и тогда, я думаю, вы сможете создавать высокоэффективный и производительный код. Самое главное не спешить и быть внимательным к мелочам, к деталям. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, комментируем, задаем вопросы, ставим лайки, ну и все такое. Всем пока!